посетить клинику доктора Сабрины. Вот так это выглядит. Заходите смело. Привет. Привет. Вот так, чтобы вы не перепутали. Вот видите, красота. Есть такая история, что когда девочки поправляются, мальчики тоже, у всех есть какие-то зоны, которые в первую очередь поправляются. У меня в первую очередь поправляются щеки. У меня просто появляются такие щечки. Когда я еще больше поправляюсь, у меня чуть-чуть появляются бока. Ну, короче, в последнюю очередь у меня поправляются ноги, чтобы вы понимали. Вот. Так что сегодня, поскольку я чуть-чуть дала маху в горах и ела вкусно и много, кислород же, мы сегодня сейчас уколем мне липолитики в щечки, чтобы у меня были худые щечки. Вот, сегодня у нас доктора Сабрины я делаю липолитик, потому что хомяк, щеки наела я хомяк. Вот такая штучка. Сейчас покажу. Вот, девчонки, липолитики бывают разные. Есть для лица, есть для тела. Для тела они более мощные. Для чего делается, в общем, липолитик? Это те зоны, которые сложно уходят. Ну, то есть, знаете, бывает, вы худеете, уже все такая красивая, одна зона какая-то не уходит. Для этого помощь идут липолитики. Вот, в клинике доктор Сабрина одна зона на теле стоит 5000 рублей. Например, живот, да, это одна зона. Там бока, два бока, одна сумма 5000 рублей. Руки, все 5000 рублей. Ну, то есть, две руки 5000 рублей. Вот, и очень крутая тема. Так что готовьтесь к лету и вообще не забывайте, что вы должны выглядеть на миллион. Вот так это происходит. Нельзя просто говорить, когда делают. Нельзя напрягать. Немножко распирает, но, в принципе, все это вообще незаметно. Ну вот, мы закончили. Меня здесь сейчас еще кремчиком намажут. А, и, кстати, вот сюда еще уколола. У меня теперь вместе с щеками еще и здесь чуть-чуть появляется. Не, ну это не второй, конечно, подбородок, но девчонки, у кого-то же есть старые подбородки, их тоже можно набирать. Так. Опять дни, и все, красота. Сестра моя. А, это видео? Вот эти дурацкие фото. Ой, вернее, вот эти дурацкие. А, это видео, да? Сразу. Какие у вас глаза? Заехала в Тубиквин. Смотрите, здесь уже день всех влюбленных. Какая красота. Все, уже почти закончили уход. Сделали автобиквин. Называется Фарлет. Фарлет, да? Угу. Фарлет. Супер тема. Японская. Мне очень нравится. Просто кожа насыщает. Ну, знаете, вот сияет, когда кожа увлажненная такая вот. Прям. Я в полном восторге, делаю в первый раз, у меня получается, что я делаю ее раз в месяц. По идее, ее надо делать чуть-чуть чаще. Вот этот самый фарлет, который я говорила, сказочный, японский, реально работает круто. Вы уже видели как-то у меня в сторис лицо. Я показывала и без фильтров, и всего, реально идеальная кожа. А вот гино. Это моя любимая вещь. У меня уже столько людей спросили про эти валенки. Сейчас напишу. Это делает моя замечательная подруга. Вот, сейчас я напишу. Это тоже, ребят, девочки делают красивейшие вещи. Я прям вся сияю, красота.